Ребят, ну что вы натворили-то? Ну шашлыки-то жарили, ну сгорели, там все, ну посмотрите, аж огонь синим стал. Ну Бодя, ну как ты так следил-то? Ну в космосе. Я сказал, ну посмотри. Тут, понимаешь, тут огонь вообще гореть не должен. Я понимаю, но все равно шашлык... Подождите, ребят, вы это видите? Да. Это что за комната? Ну-ка, секунду. Господа, вы знаете, что это за комната? Нет, знаю. Первый раз вижу. Окей. Йод, привет. Привет. А что-то у вас происходит здесь? Так я Каталич, он это, сдох в прошлой катке. Нужно его лечить от смерти. Теперь у нас доктор есть, который лечит. А, понятно. Да. Стоп, что? Доктор? Доктор. И что? То есть предатель убивает, а доктор приходит и лечит просто и возвращает? Тогда я репортить не надо. Офигеть. Ребят, все, я пошел в космос, до свидания, я не хочу в это играть, все. Это смыслик в космос. Все, а я не могу, я не могу выбраться, помогите! Спасибо, пока. Привет, друзья, я Фиксай, добро пожаловать обратно в Among Us. И сегодня у нас... Одну секундочку. У нас Among Us, но трактор лечит покойников. Трактор? Ну, доктор, точнее, доктор, доктор. Да, понятно. Доктор лечит. Понял. Кто такой умник, который написал трактор? Ну, видимо, трактор. Да, скорее всего, ясно, разработчику 5 лет. Именно. Йод, иди выбросись в космос, пожалуйста. Да, Йод, иди, пожалуйста, вон туда вот. Да, да, мы посмотрим. Да, мы просто посмотрим, да, спасибо, пока, да, все. Да, да, да. У нас сегодня, господа, новый режим. Теперь, кроме предателей и мирных жителей, есть также и доктор. И будет он даваться совершенно случайным образом. Если предатель кого-то убил и убежал, доктор может найти труп и возродить его, прежде чем репортить. Кот, что ты так на меня смотришь? Лайки, я понимаю, да, кот, мы с тобой уже в третий раз не собрали 120 тысяч лайков. Опять никто не услышит твой голос, никто не знает, девушка это или ты мальчик, я не знаю, просто вот не набираем и все, кот, ну не уходи, ну чё? Не-не-не-не-не, кот, нет, кот, не надо, ребят, не вот смей. Пожалуйста, вот ради нужен. Кота, давайте мы с вами наберем нужное количество, потому что он каждый раз все больше и больше обижается. Вот давай смотри, вот мы под предыдущей частью набрали 100 тысяч лайков, давай 100 тысяч и тогда хорошо. Давай, 100 тысяч лайков и все. Ладно, все, договорились, 100 тысяч лайков и мы узнаем, кто такой кот. Я воскрес. Даже я не знаю его. Понимаю. Да, няшка, ты, кажется, возносишься куда-то не в то место. Все, поехали, начинаем. Первая катка, стартуем. Два импостера среди нас и один доктор Фиксай. Между прочим, мне ни в коем случае нельзя рассказывать о том, то, что я являюсь доктором. Ведь если предатель об этом узнает, то мне будет капец. Они будут пытаться меня в первую очередь убить. Мирные игроки также не должны знать то, что я доктор. Но если мы сами увидим труп, то его нужно срочно лечить. Даже не репортить. У нас так будет намного больше шансов, то, что... Мы с вами все-таки выиграем. Так, стоп, он что, починил? Ну, вроде бы выполнила задание. Я, конечно, насчет этого не уверен, но... У нас прямо игра уже получается полноценную мафию. У нас есть человек, который может лечить, человек, который предатель, и мирные игроки. Кто же будет дальше у нас? Реально полноценную мафию сделаем. Я немножко палюсь, то, что я просто вот так вот бегаю, хожу. Могут заподозрить то, что я как раз-таки выискиваю жертву. Могут подумать, что я вообще предатель. Но нет. Я иду спасать. Так, вон там чел починил, а мы с вами тоже что-нибудь починим. Опачки, все мы выполнили. Да, ты это выполнил задание, выполнил, желтый. Такс. Акаки, чё? Опачки, где тебя нашли? Смотрите, получается, в нижнем двигателе и из нижнего двигателя, кажется, убежал Алекс Бэй. Алекс Бэй. Я был в середине. Это... Да бей, это как ты был в середине? Ты вышел как раз из нижнего двигателя. Я из нижнего двигателя. Это какой? Я могу сказать то, что точно няшка не импостер, потому что он... Алло, это... да бей, Алекс Бэй же бой. Почему ты доктора не позвал? Давайте так, господа, смотрите, давайте так. Если вы находите труп, то вы пишите в чат, труп находится здесь. Я скажу, что это не Фиксай, потому что я видел, как он выполнил. И то же самое с желтым. Я сказал, что это не няшка, потому что он сканился. А как я поставил на трупе, я подумал, что он доктор, а потом он ушел. Я с электро шел, нижний двигатель, смотрю, там кот Сапрок стоит. А как я, а что ты руку поднял? В смысле руку поднял? Ну у тебя рука поднята. У меня сейчас барьер, это первое. Да, барьер? Да. Ну да, там барьер первый. Так убери, да убери. Давай. Убери барьер. Ладно, живи, хорошо. Короче, я не знаю, кто это, давайте скипа. Да, опять выгоняем скипа. Кто на помощь нам придет, конечно же, Фиксай. Здесь задание выполнили отлично. Так, здесь ничего нету. Самое интересное, что если они напишут в чат то, что нашли труп, то я такой прихожу, и тот самый чел может быть как раз таки быть предателем. И как бы это очень все запутано и непонятно. Предатель тоже может убить и просто позвать на помощь. Это красный здесь ходит, серый кот Сапрок. Ага. Что-то он там пугается, бегает, ничего не понятно. Задание у нас навигация. Здесь тоже ничего не происходит. Что-то там красный такой наблюдает за всеми. А что это он наблюдает, интересненько? Ушел вообще в другую сторону. Зайдем-ка мы в электричество. И здесь все тоже четко. Запутанный порядок. Кто из них предатель-то вообще? Я пока что вообще ничего не замечаю странного. Все будто бы, как будто бы и должно быть так. Вот только мне не нравится то, что красный все ходит и ходит по цепи кругом. Опачки, 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 опачки. Что? Двигатель или что это?
А, восстановили. Да, походу это был двигатель. Труп навигации. Это Няшка! Это Няшка, да! Няшка предатель! Я понял! Стойте, я хочу туда прийти. Труп навигации, где он? Навигация, все ясно. Да вот она, навигация. Что? Здесь 3 трупа! Акакий! Что? Чего? Что здесь происходит? Лечите! Быстрее, бегите! Реактор! Что ты смотришь? Реактор, беги, смотри! 3 трупа здесь! Что? Это кот? Что? 3 трупа, еще и кот, оказывается, это был! А кот рядом с тобой еще стоял и добивал. Чего? Их воскрешал, он их убивал. Подождите, у меня такой вопрос, откуда там 3 трупа? Всех навигации, они вдвоем пришли, нас повалили. Я написал... То есть получается, что, Нешка, ты приходишь, находишь труп, зовешь доктора... Да, и все, и пришли предатели на труп, а не... Офигеть, ну вы гении просто. А я думал то, что это Няшка, потому что он как раз один побежал в сторону навигации, думал то, что он предатель, хотел emergency meeting сделать. Я в шоке с вас. Итак, ну отлично, а сейчас у нас Аманкас, но трактор лечит покойников. Поехали, раунд 2. Фиксай и Бодя. Хо-хо-хо, это будет интересно. И кто-то среди них определенно доктор. Мне было в первую очередь найти, но как это сделать, я, если честно, не знаю. Так, а что-то они мимо задания прошли. Они просто решили забить на это задание и пошли дальше. А почему? Что? Что? Чего? А, ну, чего? Чего это сейчас было? Чего? Акакий умер и сразу убили Акакия. Кстати, зачем ты меня убил? Подожди, я тебя убил, что ли? Ты меня убил, а я тебя случайно убил. Вот почему только тогда, когда я был доктором, я был доктором, и всё, так типа игра. Поповая игра. А сейчас у нас Аманкас, но трактор лечит покойников, часть 3. Погнали! Добитый фиксай. И никто... Мы покивали друг другу. Но никто это не увидел, никто это не заметил. Так, хорошо, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Господи, я не знал, что с доктором будет так интересно, офигеть! Посмотрим, кто куда рассредоточился. Ага, они все пошли в разные локации. Но я, в принципе, так и понял, да, сразу же. А я хочу, знаете, куда пойти? А, тут Бодя что-то находится. А что это он? А я в люк пойду. Стоп, я хочу его подловить. Я хочу его подловить сейчас. Бодя, выходи. Ты чё там стоишь? Ну давай, выходи. Чё он там спрятался? Отлично, тихонько подходим. Опа. Так, стоп. А, нет, я не могу. Если доктор его возродит, то... Да, он скажет, что это я, фиксай. Быстрей. Уходим. Так, сейчас посмотрим, что сейчас будет. Найду труп или нет? Точно, я не могу это сказать. Хотя, я наоборот, может быть, подозрение отведу от него. Да, точно. Сейчас я напишу, что доктор здесь. Где мы находимся с вами? В админе. Срочно. В админе. Давайте, ребята, бегите. Это он? Нет! Я! Он его возродил! Я его убил сразу же! Нет! Что сейчас произошло? Вы понимаете, он его возродил! И я сразу же его убил, хотя я хотел его убить. И он мне пишет такой: нет. Как так получилось вообще? Все, доктор, он нас снят! Где нашли? Фиксай только что в админе убил при мне. Плюс, кстати, при мне тоже. Значит, это фиксай. Я прихожу в админ, стою там просто с моим желтым, приходит, его убивает. Я так и думал, что это просто замануха. Ну просто, не просто мне показать, что даже как-то очень сильно разнились. Один в навигации говорит, другой в админке. Он такой типа пишет срочно, значит, ну как бы. А кто навигация написал? Да не помню, Вуджа вроде. Его убили. Кстати, да. Ну чё, ребят, ладно, было интересно с вами поиграть, но это, кстати, Йод, потому что Йод убил его, а не... Да, а, ну да, да. Я всё поставил. Это вам такой прикол. А, мне надо проголосовать, да? Да. Я за скип считаете, ребят? Если чё, Акакий второй? Нет. Пошел вон. Это лучшая игра, ребят. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите вторую часть с доктором, это просто очень круто. Я надеюсь на вашу поддержку. Напишите в комментариях, если вам нравятся такие катки с доктором. Это очень забавно. Так, а мы пока что с вами отправимся, понаблюдаем, что будет делать у нас Добейт. Так, Добейт у нас второй предатель. Он, значит, ходит, типа делает вид, что ищет различные задания, но у него ничего не получается. Он боится Йода, смотрите. Он пошел обратно. Он делает вид, что Йода реально предатель. Так, он остановился. Возможно, хотел использовать саботаж, но нет. А как я убиваю, как я? Давай. А, нет, ты решил пойти в другую сторону. Но, чувак, быстрее! Надо написать ему! Быстрее! Задание! Выполняю! Значит, что мы сейчас сделаем? Все! Добей, да? Добей, ты чего ты не убивал-то? Я вообще-то троих убил.
я троих убил. Я, кстати, он тварь в навигации. Я убил в навигации няшку и Вуджу. Я мог зарепутать. Я очень сильно спалился, но это так было смешно. Дейлин, Дейлин, значит, ты подходишь такой. Я хочу убить доктора. У меня почти это получается, но Дейлин возрождает, и я случайно убиваю возродившегося. И получается доктора убить. Это такой тайминг был сумасшедший. А сейчас у нас Аманкаст, но трактор лечит покойника. Поехали. О, да, я предатель! Ой. Ребята, вы ничего не слышали? Нет. Да-да-да. Сейчас я как в люк уйду, а как все офигеют-то? А, как тебе? Я сейчас в люк уйду, вот прям 100%. Да-да-да. Так, сладненько, сейчас мы будем всех возрождать. Нет, я доктор, я не дам выиграть импостерам ни в коем случае. Да-да-да-да-да-да-да-да. Между прочим, у предателей очень маленький КД убийства. Это специально все сбалансировано, потому что у нас есть доктор. Так, здесь человек... выполнять задание. Хорошо! Мы с вами пойдем и посмотрим на вот это вот задание. Апочки, выполняем его. Раз, два, три. Все легко и просто, шикарно. Посмотрим пока. Труп в админе, быстрей. Труп в админе. Где, где, где? А, админ находится очень далеко. Доктор, вы поняли, что? Нифига себе! Сейчас же предатель просто прет и убьет всех. А Каги что-то ходит наоборот, назад пошел. Доктор бежит на помощь! Боже мой, труп, расступитесь, все расступитесь! Да, все, дружище, ты будешь жить. А, и кто-то из вас здесь наверняка импостер. Но кто это может быть? Блин, и наверняка он уже знает то, что я доктор. Значит, меня могут убить спокойно. Нет, только не это. Опачки, легкое задание. Труп админ. Админ, где, 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 где? Админ, админ, админ. Это где? Что? Голубой сухой питон. Ну ладно, спасибо, хорошо, и на этом. Бегу, бегу в админ. Пошло дело. А, прекрасно. Все, здравствуй, дорогой мой друг, ты теперь жив. Почему здесь Боня постоянно смотрит на это, а? Он постоянно стоит и наблюдает за этим. Вот давайте сейчас проверим, выполнит он задание или нет. Что? Здесь пропали частицы или мне показалось? Здесь как раз таки задание есть. Почему оно не активируется? Труп в реакторе. Труп в реакторе, где он находится, господи? Ага, реактор бежит сюда. Нифига. У вас есть догадки, кто импостер? У меня есть догадки, то, что это Боди. Потому что он постоянно наблюдает за трупами. Всегда, вот прям стоит и наблюдает. Офигеть, у нас трупов, у нас слишком много челиков. Я тебя звал, чтобы ты их спасал. Мне интересно, а зачем вы... Наш доктор еще не вылечил некоторых. А-а-а, ну вы гений! Ха, меньше шансов! Сейчас я, друзья, скажу очень по-тупому. Ну что, вы догадались, у вас есть подозрение, кто доктор? Мне кажется, это оранжевый. Мне кажется, это Фиксай. В смысле, это Фиксай? Это мне без разницы. Я доктор. Алекс Бэй, ты дурак? Это так-то я доктор, ребята. Да. Я вылечил тут половину, они почему-то подыхали, но я бы это доказал, никак не могу. Блин, Фиксай получается. Друг, я верю. Так это Фиксай получается, да? Вы снимаете, я вон там чела вылечил при вас, там все были. Вообще, он меня тоже вылечил. А Йод там первый убежал. Да в целом, я с Йода, короче. Я там стоял до конца. Чёрт, реально, я забыл то, что Фиксай вылечил там. Если я сейчас улечу, это будет смешно очень. Фу, это сейчас получит. Ну это Йод, похоже. Ну, да, точно, если он говорит, что он доктор, хотя доктором является, значит, это он импостер. Задание-то должны выполнить сейчас. Так, здесь заданий вообще никаких нету. Господи, где оно находится? В реакторе, в реакторе. Мне нужно срочно в реактор. Где он находится? Его искать еще надо. Да где он? Я не... А, реактор вообще в другой стороне. Все, отлично, тогда бежим. Тогда бежим, тогда бежим, тогда бежим. Так, это кафетерий, все правильно. Опачки, привет, оранжевый. Да нет, что ты бежишь-то от меня? Да не импостер я доктор. Я доктор, чувак, я доктор. А в реакторе постоит. Что? Чё? Да бей! Я такой на меня, типа, притворяюсь, что он импостер, машет ручкой, я такой, типа, ну ладно. Так, я наоборот бегу, вижу то, что ты, как бы, бежишь от меня, я думаю, я ж не импостер, алё. Ты разворачиваешься и убиваешь меня просто, что? Получается, что мы даже ни одного импостера не выгнали, то есть шансов вообще никаких не было. Оооо. Ладно, господа, я думаю, то, что мы можем завершить, это знаете, какой игрой? Эманкасом, но трактор лечит покойников. Последний раунд. Поехали. О, мирный игрок. Вот это вот ладно, хорошо. Сейчас будет интересно посмотреть финальный раунд, как это со стороны все происходит. Я не импостер, я не предатель, я не имею понятия вообще, кто является кем. Поэтому мы с вами пойдем выполним сначала вот это задание. Все прекрасно. О, нет! Киркой добывать эти блоки. Самое долгое, самое нелюбимое, самое скучное задание. Такс, такс, та-та-та-такс. Да будем камень мы прям. Прямо сейчас. Было бы забавно, если бы я здесь труп сейчас только что увидел. Но трупа нету, а желтый убегает, значит, я думаю, что это не он. Хотя вот странно, что он туда побежал? Давайте поднаблюдаем за ним. Может быть, он там кого-нибудь сейчас убьет? А? Задание он, кстати говоря, выполнил? Чё? Ладно, может быть, Акаки, а также Дейлин, они не импостеры. Акаки что-то бегает. Выполняет задание, давайте посмотрим, выполнится оно у него сейчас или нет. Что ты смотришь на меня? Я не предатель. Нет.
Да, выполнилось, выполнилось. Он не предатель, хорошо. В этом мы убеждены. Теперь понаблюдаем за этим. Выполнит он задание или все же не? Реактор, реактор, реактор. Давайте побежим в реактор, посмотрим. Откуда у меня булыжник этот? Опачки! И прям над синим. Что? Чего? Что здесь происходит? А кто вообще? И тут еще один труп, тут еще один. А где доктор-то? Сейчас же предатель просто нажмет и все, ему проиграли. Он возродил, да? Боже, Акакий что ли? Или кто? Акакий. Здесь труп. Да, все, блядь! Он реально узнал. А, стоп, 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 надо починить! Надо починить! А где это чинится? Что вообще происходит? Тут везде трубы. Что происходит вообще? А, какой. Нет, нет, зачем задание? Да вы издеваетесь, зачем я не хотел задание выполнять? Восстановите кислород, пожалуйста, кто-нибудь. Ну все, вот, вот я возрождаю его, алло! Ну вот, я нажимаю 1000 раз. Почему оно не чинится? Где? Мне хорошо. Не пришлось, реально, саботаж был бы. Да, да, оно не чинилось почему-то. Я вообще ничего не понял, что произошло. Все, значит, смотрите, я не буду палить, кто доктор, кто знает, тот знает. Значит, Вуджа точно не предатель. Бодя не предатель. Это добейт. Чего? Скорее всего, еще одного предателя убили уже. Я так думаю. Убили? Я так думаю. Да, ну потому что предатель убили? Может убивать предателя. Так, возможно, он случайно убил. А йод? Йод? Так меня вылечили. Нет, йода вылечили. Йода вылечили. Хотя предатель мог убить предателя специально. А, как это сложно. Методом исключения это либо йод, либо добейт. Значит, добейт. Я за добейта. Стоп, а Вуджа? Вуджа же кричал. В убийстве ты выполнял задание, оно не выполнилось. Чего? Я выполнял вирус. Алло, я выполнил задание, я не знаю, что там с этими тотласками. Это Вуджи добей. Вуджи, ты специально убил и написал то, что доктора, доктора, пожалуйста! А там в коридоре еще один труп был. Боди со мной шел, я шел за Боди, я захожу в реактор и спешу сразу труп. А какие, что ты молчишь? Ну что, предатель? Да. Так, смотрите, Вуджи пошел вообще в другую сторону. А давайте мы сами уйдем как будто бы и посмотрим, будет он его убивать или нет. Мы знаем то, что Акаки это доктор. Да вы что, издеваетесь что ли? Стоп, мы пойдем сюда с вами. И он пойдет как будто бы чинить. Хотя Боди мне помогал чинить реактор в прошлый раз. Это Вуджи, да, это Вуджи. А где Акаки? Что? Что? А как я же сюда пошел, нет? А, это он! Это Вуджи! Это Фиксай Йод. Это Вуджи, это Вуджи, прям при мне убил сейчас. Это Фиксай или Йод? Не, смотри, смотри, Йода убили тогда, а Акаки доктора, я мирный, ты предатель. Акаки не доктор, чувак. В реакторе, Акаки еще какой доктор, да? Нет. Да, Акаки пришел и возродил Йода. Боди доктор. Боди доктор. В смысле? Я видел, как Акаки возрождал, алё. Так вообще-то Боди возродил Акаки, Фиксай. Акаки. Что происходит? По-моему, у нас было два доктора. Что у нас два доктора было? Я возрождал, я Акаки возродил. Акаки потом чего возродил? Подожди, так доктора убили, доктора возродили, а потом доктор пошел спасать? Что? Нет, это имба. Чуваки, это имба. У нас два доктора, походу. Это реально... Это что за фигня такая была? Реально. Офигеть, неплохой финал. Ладно, как иди, иди, сложись на край, будем лечить тебе мозги сейчас. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если да, так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А сейчас Аманкаст, но тракторы заканчивают ролик. Всем удачи, до скорой встречи, пока, увидимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, хотите ли вы следующую серию по Аманкаст. Поэтому давайте, дерзайте, ребят. Пока! 100 000 лайков не забывайте, да!